Так, ну что ж, ребят, всем снова здравствуйте, с вами Даридий, мы продолжаем играть в подземелье. Вот продолжение ВКонтакте, это уже пятая серия. Отлично. Так, давайте почитаем, что у нас тут есть. Новое дело. Государь, если обратите внимание на карту, то увидите дело, требующее вашего внимания. Королевские карты. Какая удача, это мы с вами собрали. Так, можно что-нибудь построить? Зал славы, видимо, нам предстоит построить. Так, государь, зал славы предназначен специально для хранения героических вещей. Там вы можете любоваться полученными трофеями, а если очень хочется, заказать у мастеров те, которые героям не хватает. Так, давайте тут построим зал славы. Отлично, заберем награду. Так, время. Временные задания. Пир на весь мир, государь. Жители решили устроить пир в вашу честь. Как ни странно, накрывать столы тоже вы. Я считаю, что следует увеличить производство еды, чтобы после пира мы не голодали. Улучшить здание, добывающее еду. Так, оно улучшено же. Требуется ранг 5. Ферму, кстати, улучшали. Ранг 5, у меня только 3-й ранг. Нам надо хотя бы 5-й ранг, что... А, нам надо хотя бы 4-й ранг. Ну ладно, у нас 4-й будет ранг, и мы улучшим. Главное не победа. Государь, дались вам эти кубки, мы вас и без побед на турнирах любим. Просто не опускайте руки, ведь отличные награды можно получить, продержавшись всего несколько раундов. Давайте выполним. Я думаю, мы прокачаны, мы сможем с вами выстоять. Без всяких бонусов. Так, ты пойдешь? Ты пойдешь? И... Давайте и ты пойдешь. На всякий случай крысу возьмем. Один погиб наш. Да давайте уже. Отлично, победа. Можно помочь или выбрать другого. Давайте выберем другого. Битва. Давайте возьмем одного крыса. Вчетвером нам будет полегче. Отлично. Так, заберем награду. Так, воришка в городе, ваше сиятельство, я нашла несоответствие в отчетах по материалам, хранителям на складе. Судя по всему, кто-то из рабочих обворовывает нас, мы еще можем вернуть украденное, нужно поспешить. 11 часов я должен выполнить. До закрытия осталось 11 часов. Так, я предлагаю сначала, знаете, что, сначала все-таки улучшить нас. Пойдемте сюда.
Тут надо все нам на максимум улучшить. Тут все, давайте. Так, а давайте охотнику... давайте магу сначала изучим способности. Так, поражает противников молнией, нанося 78 урона и оглушает сразу нескольких противников вокруг на 3 секунды. Крутое заклинание. Его можно улучшать. Сколько было? 78. Так, теперь 106. Теперь будет 138. 175. Ну, думаю, вот так пока что нормально. Заряжает окружение одной из союзников, увеличивая силы его на следующие 3 атаки. На 53. На 3 атаки на 53. А было на сколько? 39. Так, ну вот мы немножко его улучшили. Нашего мага. Давайте защитник, не знаю, может, я предлагаю плюс 300. Плюс 300 к здоровью. Пускай он будет мощный у нас. Все, на этом пока что хватит. Так, ну что ж, я думаю, теперь можно в бой двигаться. Созовем героев, попробуем выиграть. Я думаю, у меня есть шансы. Государь, кажется, ваш воришка вошел в сговор с разбойниками. Вероятно, где-то здесь находится их лагерь. Нужно найти его, пока они не перевезли все украденное. Так, в принципе, кого можно взять-то? Давайте крыс возьмем. Так, нужно будет спасти как можно больше. Вон они все гады. Блин, на одного напали нашего. Давайте уже, блин, защищайтесь. Сколько осталось-то? Ну, это реально сложно. Уровень пройден, сейчас второй будет. Так, я думаю, также крысов используем. Твою же мать, сундук хотели открыть. Вон немножко жизни. Нам по-любому надо отбиться. Со всех сторон идут. Восполним жизни, крысу тоже надо лечить.
Получим ценный приз, если выиграем. Я думаю, должны. Отлично, прошли. Ваше Величество, вор получил по заслугам, а все материалы в целостности и сохранности у меня прямо... Че я говорю? А все материалы в целости и сохранности у меня прямо камень с плеч упал. Уф. Так, 25 золота и чаша очищения. Если это... Если ваш герой проклят, эта чаша поможет снять проклятие. Отлично. Соберем награду. Доступен новый герой. Ну, нам не хватает свитков. Поэтому вернемся пока что. Так, заберем награду. Отлично, одна из пяти. Так, это задание мы пока что не сможем выполнить. Нам надо улучшить ее, ферму. Пока что мы не можем это делать. Главное не победа. Давайте заберем награду. Отлично. А, турнирная валюта. Ваше сиятельство, вы получили свои первые черные метки. Накопи еще немного, и я расскажу, на что их можно потратить. Так, черные метки у нас есть. Так, подарки королю. Время покупок. Я слышал, что Дживс провел полную ревизию предметов. Очень интересно посмотреть, что из этого вышло. Вам тоже? Тогда давайте купим что-нибудь, какой-нибудь предмет, заодно и героев порадуем. Так, 1-1-1-0-0. Тут что-нибудь купим? Нельзя, что ли, ничего купить? Прочность 90. Так, плюс 18 к атаке. Соберем награду. Можно обновить. Плюс 24 к атаке. Так, ладно, пока что не будем. А как носить, интересно? Некоторые дворяне считают, что вы трус, это недопустимо. Примите участие в турнирах и заработайте больше рейтинга, чтобы показать, насколько они заблуждаются. Ну, давайте в рейтинге выступим. Так, пойдешь ты. Пойдешь ты. Ну и давайте Зену пустим. Зря я крысу взял. Я думаю, нам не понадобится она. Так, отлично, побеждаем. Победа. Соберем награду. Награда, значит, башня летописца, башня королевского летописца. Тут он записывает и хранит всю информацию о вас и ваших подвигах. Даже... Отлично, давайте возьмем.
Башня летописца. Государь, чтобы быстрее стать знаменитым, вам потребуется башня летописца. В ней специально обученный профессионал будет вести запись о вас и ваших свершениях. Хорошая идея. Давайте построим. Отлично. Войдем давайте. Можно заклинание заказать. Государь, я хочу заметить, что список моих заданий регулярно обновляется, так что с их выполнением не стоит затягивать, иначе слава минует вас. Снимите проклятие. Закажите заклинание 30 раз. А, кстати, я могу их улучшать, что ли? Божественный дар увеличивает силу исцеления на 35 минут. Давайте ускорим процесс. Увеличивает силу исцеления на 30. Так, теперь можно двигаться в двух направлениях. Увеличивает силу исцеления на 30, потом требуется ранг 5. Это пока мы не знаем, требуется 4. Так, увеличивает радиус за 50. Давайте используем. Отлично. И также увеличивает силу исцеления на 30. Ускорим. Так, теперь что у меня? Восстанавливает 150 единиц здоровья союзникам, это хорошо. Тебя тоже стоит прокачать. Каждый метеорит наносит на 5 единиц больше урона. Так. Каждый метеорит наносит на 5 единиц больше урона. 105 теперь, смотрите. Теперь у нас сколько? 120. Сто тридцать пять. Поджигает цель и дополнительно носит ей 27 урона. Отлично. Вот он как далеко пойдет. Создадим еще 10 штук. Влюбленный бежит. Так, что у нас еще по заданиям? Башня летописца мы выполнили. Отлично. В поисках славы. Ваше Величество, ваша летописца построена. Может, проверите, как он там освоится, а заодно и выполните одно из его поручений. Делайте то, что он говорит, и слава вас прилетит по всему королевству. Закажите заклинание. Так, 10 заклинаний я заказал. Еще 10. Так, давайте одно сделаем. Ускорим и еще раз создадим 10. Забрать награду плюс один рейтинг. Отлично. Снимите проклятие. Проклятие можно получить, исследуя подземелья, участвуя в турнирах. Для их снятия вам понадобится чаши благословения. Так, но у меня пока нету чаши благословения. Заберем награду, отлично. У меня еще кристаллы есть. Имя ему Легион. Давайте последний выполним, попробуем. Государь, за черные метки вы можете приобрести множество полезных вещей в турнирной лавке, а еще нанять кого-то из наемников, например, Легиона, легендарного убийцу. Так, вот у меня турнирная лавка. Тут я могу кого-нибудь нанимать. А сколько у меня сейчас? 460. Я их могу покупать как-то, интересно. А, выполняя турнир. Все понятно. Давайте кого-нибудь наймем, я не знаю. Так, здоровье 875, атака
60. Вихрь смерти наносит 120 урона на по площади. Тень убийцы наносит 120 урона по цели на большом расстоянии. Одного взяли. Увеличение параметров героев в турнирах на 4 часа. Увеличение параметров героев. Так, увеличение параметров героев в клановых битвах. Камнепад какой-то можно купить. Снижает максимальное здоровье одного героя на 30%. Три штуки. Требуется ранг. Так, ладно, пока что так хватит. Вот на этом закончим очередную серию. С вами был Алдарид, ребят. Всем, кому нравится прохождение подземелья, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Чем будет больше просмотров, тем будет интереснее серии. Вот, я буду стараться как можно больше вас впечатлить, что-нибудь купить, как что-то пройти, что вы не можете пройти, как-то посоветовать, не знаю. Вот, мы постараемся пройти эту игрушку, если будет много просмотров за каждое видео. Ну, а пока что всем удачи, ребят, всем до скорого, пока-пока.